Сегодня мы будем изучать последние две главы книги Ваикра – «Беар убехукотай». О чем же говорится в наших главах? В первой главе «Беар» она в основном посвящена законам о земле Израиля, о том, что есть особенная заповедь Шмита, закона седьмого года, когда запрещено нам обрабатывать землю и получать выгоду от урожая, когда все сады и все поля считаются ничейными, и любой человек может прийти и брать плоды. Законы о том, что отпускаются на свободу еврейские рабы, когда в 50-й год, это закон Йовеля, сразу вы слышите известное всем юбилей, и это Раши объясняет от того, что трубили в шофар, и это знак в Йом-Кипур, трубили в шофар и отпускали, выпускались на свободу даже те рабы, которым прокололи ухо их хозяева, которые сказали, что не хотят оставить их и хотят находиться в рабстве. В 50-й год все отпускались. Земли, которые были куплены, они возвращались своим владельцам. Законы, связанные с святостью земли Израиля, а также заповедь о помощи нуждающимся. Это главные темы главы Беар. А глава Бехукотай, она перечисляет благословение и проклятие. Главное благословение, если мы будем народом книги, если мы будем продолжать изучать и посвящать всю свою жизнь книге книг Торе. И в конце главы говорится о выкупе того, что посвящено храму, и о статусе жертвенных животных. Но давайте начнем изучать главу Беар. «И говорил Бог, обращаясь к Моше на горе Синай, скажи сыновьям Израиля, что когда придете в страну, которую я вам даю, должна она покоиться в субботу Бога. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезай виноградник твой, и собирай плоды ее земли, а в 7-й год суббота покоя будет для земли, суббота Богу. Поле твоего не засевай, и виноградник твой не обрезай». Итак, мы должны понять, о чем здесь идет речь. Больше того, написано так в книге «Хинух», которая объясняет смысл заповеди. В чем главный смысл этой заповеди? Представьте себе, главное место заработка человека в Древнем Израиле, это мы говорим о том, что заповедь Шмиты началась после того, как 14 лет завоевывали и распределяли землю Израиля между 12 коленами. И вот человек, у которого свой участок земли, он посадил деревья, он сеял злаковые, и вдруг наступает 7-й год, и это его сад, его поле становится ничейным. Любой человек, неважно, откуда он пришел, что он может войти на его поле, сорвать его плоды, он должен, есть спор, он должен говорить ему, благодарить его или нет. Это школа Шамая говорит, что может благодарить, а может нет. А школа Елеля говорит, обязан благодарить хозяин. Но неважно, я хозяин, не имею права сорвать своего сада сколько хочу плодов, только на 3 трапезы, как любой другой человек. Если кто-то подойдет, я не знаю, к моей машине, к моему костюму и скажет, теперь это мое. Вы представляете, что любой нормальный человек скажет, отойди от моей вещи. А тут хозяин только пишет, пожалуйста, проходите, если вы хотите плоды, у меня можно взять ножницы, не ломайте, пожалуйста, ветки. Что это такое? Больше того, за
нарушение этой заповеди мы получили очень страшное наказание. За все те годы, которые мы не соблюдали в земле Израиля святость седьмого года, Шмиту, и Йовель, 50-й год, мы отправились в изгнание в Вавилон на 70 лет. Вы понимаете? Казалось бы, евреи не соблюдали, снимали урожай, продавали плоды, не пускали никого на свой участок. За это мы получили изгнание. Очень глубокие вещи, которые здесь скрыты. И я хочу вам показать то, что говорит рав Гедалияу Шор. И он приводит мидраш. И сказано так. В псалме, 103-м псалме царя Давида говорится: «Гибурей коах осей дваро» – «могучей силой, исполняющей его слово». О ком говорится мидраш? Раба объясняет: это те, кто соблюдают седьмой год. Давайте с вами посмотрим. Например, человек тратит пару минут, чтобы произнести «Шма Исраэль» – заповедь. Тфилин, это нужно находиться в наше время всю утреннюю молитву, а во времена мудрецов Талмуда и Мишны они находились целый день, хорошо, несколько часов. Песах, мне запрещено есть квасное в течение 7 дней, но повелительная заповедь есть мацу в первый вечер. Я хочу, могу все. За границей это 8 дней, сука 8 дней. За границей в Израиле 7 дней. Есть, пить, спать, принимать гостей, учиться – все в суке. Брать 4 вида растений. Но заповедь, которая длится в течение года. Человек видит, как приходит на его участок, как ломают его ветки, как затаптывают его то, во что он вложил свою жизнь. И молчит. Он преодолевает себя в течение года. Это то, что объясняется в Мидраше, это называется гибурей коах, могучей силой преодолевать себя. То есть, это то, что написано в поучениях отцов, в первой главе, в 17-й Мишне, говорит, по-моему, Рабан Гамлиэль: «Я всю жизнь рос среди мудрецов и не нашел для себя, для тела своего, ничего лучшего, кроме молчания. Вело мацати лигуф тов миштика». Что это значит? То есть самое лучшее для тела – молчание. Что значит, он заставлял замолчать желание своего тела. То есть он подчинял желание своего тела душе. И мы все с вами находимся по пути. Однажды я спросил одного человека: скажи мне, что хорошее происходит? Он говорит: как? Мы приближаемся к горе Синай, чтобы получить Тору. Так вот, во время дарования Торы, я продолжаю вам цитировать из книги рав Гедалияу Шора, которая называется «Ор Гедалияу», «Свет Гедалияу». И он говорит: у горы Синай за день до дарования Торы что мы сказали? «Наасе ванишма». Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать. И он объясняет: в этом заключалось то, что мы отказались от своих желаний, преодолели свои желания ради его желания. В тот момент мы поднялись на уровень пророков, а может быть, на уровень ангелов. Это то, что написано в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате «Шаббат», 88-й лист, сказано: кто открыл моим сыновьям тайну, которой пользуются ангелы на небе, исполняющие его слово, слушающие его голос, сначала делающие, потом исполняющие. И мы видим, как связана заповедь со Шмитой, с тем, что в седьмой год мы должны отказаться от собственности на землю, и любой может приходить и рвать плоды, и делать все, что хочет на нашей земле, на наших, с нашим урожаем. А мы должны молчать. Так вот,
Здесь сказано, это суббота покоя будет для земли. В чем глубокий смысл этой заповеди? И объясняет это Рамбан, что с этой заповедью связана тайна седьмого тысячелетия. Сейчас я открываю вам тайны, и это то, что говорит Рамбан. Он говорит так, что наш мир, то, что написано в нескольких местах Талмуда, рассчитан на 6 тысяч лет. Два первых двух тысячелетия – это тогу-вабогу, хаос. Вторые два двух тысячелетия, я неправильно говорю, два тысячелетия – это Тора. И последние два тысячелетия – это двухтысячелетие Машех. Так, а в седьмой год, в конце периода Машеха, должно произойти воскрешение из мертвых, и дальше, седьмое тысячелетие, сказано, все находится как бы в разрушении. То есть, завершилась вся связь с землей, она не дает плоды, харуф, разрушена. И только праведники, Творец делает им крылья, и они перелетают от одного конца мира до другого. Но давайте посмотрим, то, что он объясняет, седьмое тысячелетие, нет связи с землей. Как бы завершается материальный мир, чтобы потом обновиться, и в новом виде это будет место будущего мира. Так вот. Оказывается, седьмой год, что мы учим? Так же, как суббота, это «миэйну ламаба» – подобие будущего мира. Так говорят наши мудрецы, в ней одна шестидесятая будущего мира. Мы не делаем производительной работы, мы только получаем, питаемся от того, что подготовлено было шесть дней работы. Суббота для Бога. Сказано, чего не хватало в мире – когда были завершены шесть дней творения, не хватало субботы. Что не хватало? Пришла суббота, пришло отдохновение. Это глупо, то, что говорят какие-то люди. Творец отправился на отдых. Каждое мгновение постоянно Творец обновляет свой мир. Но что не хватало в мире? Шесть дней, делай всю работу, а суббота – отдых. Для Творца. Не как думают какие-то люди. А, отдых – это как еврейский профсоюз придумал. День отдыха. Так я пойду в баню, другой пойдет в оперу, третий пойдет на футбольный матч, а четвертый пойдет к зубному врачу. Каждый отдыхает, как хочет. Суббота для Бога – это момент, когда мир возвращается к тому, кто его сотворил. Без моей производительной работы мир существует. Я отказываюсь от 39 работ и производных, свидетельствую, что есть Творец у мира. Так вот, в земле Израиля есть каждые 7 лет суббота земли для Бога. Написано в Талмуде. Творцу принадлежит земля и все ее наполняющее. С другой стороны сказано, а землю дал человеку. Кому принадлежит земля, Творцу или человеку? Талмуд объясняет, что она принадлежит тому, кто ее сотворил, и он дал ее человеку в пользование. Говорится в данном случае о благословениях на получение удовольствия. Еда, питье, приятные запахи, имеющие природные свойства. Но что это значит «дал человеку»? Человек приходит на какое-то ограниченное время в этот мир. «Ни жизни нашей 70 лет, — говорит царь Давид, — а в особенной доблести 80 лет. Человек приходит в мир, и ему кажется, что это его мир. Но оказывается, что Творец дал ему этот мир —
чтобы он им пользовался. Я приведу пример. Один из мудрецов приводит такую притчу. Два еврея спорили по поводу смежного участка. Один говорит, это моя земля, другой говорит, нет, это моя земля. Ну, они пошли к раву, и чтобы он их рассудил, он говорит, я хочу прийти на участок. И они, он привели его на участок, этот говорит, вот здесь проходит речка, вот здесь дерево, мне отец говорил, это мое. А другой говорит, вот здесь канава, вот здесь кустик, это мой отец говорил, что мое. И вдруг они видят, рав ложится на землю. Что вам плохо, плохо? Он говорит, подождите. Проходит минута, две, рав встает. Ну что, что случилось, почему вы упали на землю? Мойше, ты говоришь, что это твоя земля. Исроэль, ты говоришь, что это твоя земля. Я хотел услышать, что говорит земля. Земля? Ну и что она вам сказала? А она мне сказала, Мойша, она мне сказала, Исроэль, что и ты принадлежите ей. Вы понимаете? Но это как бы притча мудрецов. А на самом деле, чему мы учимся из того, что в седьмой год нам запрещено считать себя хозяевами земли? Открывается очень важная вещь, что тот, кто спустил нашу душу в этот мир и дал нам все, что есть у нас, и пропитание, и дома, и поля, и детей, и здоровье, тело. В конце концов, он призовет нас на суд, и мы должны будем давать отчет. Итак, мы выучили очень важную заповедь Шмита. Но чему еще она нас учит? Она учит нас полаганию на Творца. Спрашивает Тора. Хорошо, если мы в седьмой год не будем сеять, что же мы будем есть? Что же мы посеем в восьмой год, и чтобы дождаться урожая? И Тора отвечает мне на этот вопрос. Если вы будете соблюдать Шмиту, то в шестой год земля даст вам тройной урожай. Тройной урожай, чтобы вам хватило есть и в седьмой год, и посеять восьмой год и дождаться начала, когда взойдут плоды. Вы понимаете? И больше того, мой учитель рав Ицхак Зильбер, чтобы память о праведнике была благословена, он собрал материалы, как это действует обычно. Сейчас эта заповедь действует только от мудрецов, как бы постановление от мудрецов. С другой стороны, были раввины, которые решили облегчить и разрешили продавать землю Израиля не еврею. И тогда, если это не еврейская земля, собирать урожай и так далее. Большие мудрецы очень резко выступили против этого. Почему? Так говорит Хазон Иш. Несомненно, заповедь Шмиты от мудрецов для нашего времени, когда большинство еврейского народа не находится в земле Израиля. Но продавать землю не еврею – это запрет из Торы. И уже все споры кончились, и уже очень много даже нерелигиозных начинает соблюдать это и видеть результаты. Рав Ицхак собрал просто материалы, он математик, собрал статистические материалы. Есть такое место Мушав Ком им Ют, и есть кибуц Хофец Хаим, где соблюдали это. И они видели результаты просто потрясающие. Но то, что мы должны с вами понять, человек, который учится так полагаться на Творца, что весь год он хочет, но не может. Он может только поддерживать свои растения. Я вам скажу, у меня в Израиле есть небольшой участок перед моей квартирой. И у меня там есть 7 виноградных лоз, несколько яблоневых деревьев, есть гранат, есть финики, есть 2 маслины. И это то, что я делал. И я помню, когда у нас выросло первое яблоко, но это было в течение 3 лет, и это другой запрет, орла. Это яблоко
лежало у нас на шкафу, и все дети смотрели, пока постепенно оно сгнило, и мы его похоронили. Запрещено получать любое удовольствие от этого. Заповеди, связанные с святостью земли Израиля. Когда Моше Рабейну, извините, перед своей смертью, он просил у Творца: дай мне войти в землю Израиля. Ну что, он хотел попробовать вкусные плоды земли Израиля? Он хотел исполнить те заповеди, которые связаны с святостью земли Израиля. И когда Гаон из Вильна, он отправился в Израиль, он хотел исполнять заповеди, связанные с святостью земли Израиля. Вы знаете, что надо проверять плоды седьмого года, потому что запрещено их даже отправлять за границу. И поэтому надо проверять, это из Израиля или нет. Сейчас, оказывается, в Москве даже морковку продают из Израиля, картошку из Израиля. Огромная бывшая СССР. И я не буду ничего говорить. Замечательная страна. Но вот здесь, в пустыне, это вырастили евреи. Но есть особенные законы, связанные с святостью нашей земли. Но я хочу все-таки что-то вам рассказать из главы Бехукотай. У нас осталось мало времени, но сказано там про то, что если вы будете посвящать все свои силы Торе, то у вас будет полное благоденствие, и будет у вас мир, и будет плоды, которые будут заполнять все ваши закрома. Мир, благоденствие, присутствие Творца. Если нет, то приходит одно за другим, несчастье за несчастьем. И одно из проклятий, которое сказано: «И побежите вы, хотя за вами никто не будет гнаться». И известная история про Раби Моше бен Маймона Рамбама. Он был личным врачом египетского султана. И министры, мусульмане, они все время завидовали Рамбаму, и все время против него говорили султану. И, наконец-то, они нашли врача, мусульманина, Камона. И они убеждали султана, что он гораздо лучше, чем Рамбан, и он мусульманин. В конце концов, этот султан решил: знаете что, пусть два придут передо мной, и каждый даст другому яд. А так как они великие врачи, они примут противоядие, и кто останется в живых, тот и будет моим врачом. И этот Камон всю неделю готовил яд, самый жуткий, самый жестокий яд. Рамбам готовил противоядие, но он решил, что он врач, и он не будет давать яд, а даст просто кусочек еды, кусочек яблока, кусочек огурца. И вот они собрались перед этим султаном, и этот Камон дал склянку с ядом, Рамбам выпил ее, выпил противоядие, и он протянул кусочек яблока этому мусульманину, этому врачу. И тот съел это яблоко, тут же запил его противоядием, но не почувствовал ни дрожи, ничего. Что же такой странный яд? И он подумал: а может быть, этот яд подействует только, когда кончится противоядие. Может быть, запрещены определенные виды пищи. Может быть, белки, и он перестал есть мясо. А может быть, углеводы, и он перестал есть хлеб. В конце концов, он дошел до того, что он пил только парное молоко. Прошла неделя, полторы, и как-то Рамбам его встретил и спросил у него: «Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь после парного молока?» Он предвидел, что это то, что будет думать этот врач. Услышав этот мусульманин побледнел, с ним случился удар, и он на глазах у Рамбама умер. Он подумал, что именно парное молоко действует плохо против этого яда, который придумал Рамбам. И вот султан позвал Рамбама и сказал: я понял, что ты самый великий врач, ты изобрел яд, который убивает через неделю. Ничего подобного, сказал Рамбам. Я ему дал только кусочек еды. Это его страх его убил, это воображение его убило. И я хочу вам сказать, мы живем в мире, когда мы не успеваем оглянуться, когда мы не успеваем даже пару минут дать себе спокойно посидеть, посвятить
какое-то время, но каждый день и постоянно изучению нашей великой книги Торы. Не даем себе время побыть, поговорить, пообщаться со своими близкими, со своей женой, со своими детьми. Расслабиться, подумать о главном. Мы все время бежим, 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 бежим. А ради чего? Об этом мы не думаем. Нам кажется, вот только сделайте это, успейте это, успейте это. Остановиться, оглянуться. Потому что нас гонит страх, нас гонит наше воображение. И успеть заработать, успеть схватить, успеть сделать. А может быть, успеть подумать, ради чего я пришел в этот мир. И на этом мы завершаем с вами сегодня книгу Ваикра. И в следующий раз мы начнем следующую книгу, четвертую книгу Торы, Бамидбар.